Добрый вечер, уважаемые сыктывкарцы и гости столицы! Здравствуйте! Юра Лишберца и искусство из гимназии ЛН концертный зал Панадалая Том Йозлен Вильком и Шиланковья Республика Саквайтед фестиваля Пырачищесес Ашуще фестивалис Койташ! Ми Артемий Барсуков. Да, Анастасия Михайлова. Тянкает отвылечку там нимку дячны. Ен вящилыч ясен. Министерство национальной политики Республики Коми, администрация города Сыктывкара и Центр Коми-культуры на протяжении 12 лет прикладывают немало усилий, чтобы на фестиваль приезжали талантливые коллективы и участники из разных уголков Республики Коми. Но того, ща койташ из луас аслыс пылэс, мику там кочнамны щилыч кодю яслы, таданнад мэй? Оскар! Оге, менед Шиланковья фестиваль, або кино кодьячима. Котечка Оскар Шама Кузин мен ложе. Но тайлыш води на чернитнесе. А красивые девушки с конвертами подарочными будут? Лосны, лосны, и мечану в яс, и конверт яс. Сумын отитор джикуна девиштаны. Миян нёль нимпас. И конверцами вось там бут нимпасыщ став Шиланковса Шиланбарын. Тогда с какой начнем? Но вайзаводи там вульмадам коми ёскаса Шиланков нимпащань. Таны кук Шиланков. Медводжаец коми. Шиладыс роч ёскаса творчествоищ. А вульмадысиец Сергей Гальянов. Шуще ворстегудек. Исполняет ансамбль народной музыки «Зарни Туис», город Сыктывкар. Чи моле, биле ми.
Ваши аплодисменты, друзья. За Арнитуэс и Ярослав Щемелинин. Матчиланков есть Пермса Коми фольклорыч. Выльмадес есть Даниил Чаплыгин. Шуще Вэллы Медгажа гулянка. Выступает молодежный вокальный ансамбль Томлун. Город Сыктывкар. Для оглашения победителя на сцену приглашается член жюри. Фестиваль Донялыч, Биг Маркет, Скотерен Вишкадыч, Евгений Лисовский. В номинации «Лучшая обработка коми народной песни» победитель – молодежный вокальный ансамбль «Томлун». «Томлун», друзья! Ваши аплодисменты! Чоловалан «Томлун» Котер, Вишкадыч, Татьяна Парначева! Вот так, друзья, вышли, спели и победили! Отцы! «Томлун»! Он имеет янкет кузам «Выль коми эстрадный чуланков яс». А сеща держит тут малом медбурсе. Вот это интересно. Эннин шу, танет мен уна вермащищис. Там уже закручена интрига-то. Медводжа щуланков есть тайним пасас шуще чужанму. Кувья сагижис Анжелика Елфимова. Шилаце Анна Ульянова. Щуланы... Артемий Барсуков и Анна Ульянова! Чёлова! Менам чужаными каниола выла. Менам чужан мой каниола выла. Менам чужан мой перечила. Четвертный, де над юмов сына депадный, де над єнш лезень несивний, де над челом дов'я це щими. У навомі є змуин шайді, кими не олим, важна п'єса в ті. Де ні вітую за морте, скоди семен в очі з гортас. А ким румінам коменки вистави, стегурайте та налич гурта бан. І вино гонін шепко. Что нравы
Батьки, діти, борд я сте, дай Бог. Лиму, лепші дасть коміло. Батьки, діти, борд я сте, дай Бог. Лиму, лепші дасть коміло. А ким бурме на комики вистави, стигура тебе на личку давай. І ви на конін шепка, ти ж там нравись. Он віші пиля в раді, де не та. Михаил Кукинлен. Ансамбль «Орхидея», поселок Усогорск, Ударский район. Орхидея. Спасибо большое. Спасибо. Миянли вой бы вьезетле кучто в боратулысы дэшка ним хоть же. Коть вога гарта яка да солам.
Бурач тули снима щуленки в міони і кувзиштам. Кув'ясес Світлана Говорухінален, шуладис Михаил Кухінлен. Встречайте вокально-инструментальный ансамбль «Саунд». Поселок Усогорск, Ударский район. Встречаем еще один коллектив из Усогорска. Та я щуланку яслан нимыс шухще коть. Шонит вас, Джорич Луас. Кувьясес Петр Бушеневлен, шиладес Михаил Кукинлен. Объединение по интересам «Фортуна». Встречайте бурными аплодисментами. Мистай, сиди, Лоис, тусов гажа май, лымен коис, муслун верчаш лыс, да и ращис, та иш межаэч, семы начны. Сила сна, що не твоас, уна гередиш, джориш лоас. Май, лыб
що не твоас. Уна гередиш, джоріш лас. Те дам сила сна, що не твоас. Уна гередиш, джоріш лас. Са мортис ночилять дирте, унжикис нюм соранка штилене. Джоля дыр нима шиланки в тионе и кузанет, да тут выланет, дерт ушка данет, та я коч башкоть Дженни Дикаце. Шиладес Анна Ульяновален, кувьясес Ольга Баженовален, шилане Артемий Барсуков да Анна Ульянова, чоломала! Для оглашения победителя приглашаем на сцену члена жюри. Руководителя образцовой вокальной студии «Ручеёк» Александру Шляхтову. Но мы, Александра Вячеславовна, Котлен жилой мед бурком и эстрадной чуванков есть. А сейчас мы это не знаем. Итак, друзья, опять барабанная дробь.
Номинация «Лучшая эстрадная песня» победитель Анна Ульянова и Арсений Барсуков. Чоломалам! Гором Сараблэм! Друзья, я не знал, честно говоря, пускай я здесь за стойкой ведущего, но мы с Аней... Спасибо тебе, Аня. Друзья, все эти две песни написаны музыкально Аней, написаны благодаря ей. Я спел эти песни на коми языке, и эта победа заслужена наша, но твоя в первую очередь. Он и юрт яс позже лолышны, вуджам медбур коми бард щиланков нимпасы. Таны джикоти щиланков, шуще кады соскос. Кувьясес да шиладес Дмитрий Филипповлен. Встречайте, друзья, автора-исполнителя Дмитрия Филиппова. Село Повозино, Усть-Кулонский район. Коли тика дорчене, коли верманшетники, коткат помажоване, коткат дестаншоним пи, кучем те надолан віч, некот те ще доросте. Дона Ястевич, мати Сатевич, відчищам гожем колєдлам те, м'ян бо я спиш єни в этом мост. Відчищам гожем колєдлам те, м'ян бо я спиш єни в этом мост. Дуки ж лесутли і дядли бере, та й кадесні корнін це ще оскос. Коди те не збили щорт, коди верма не скини, котка дні не мишон пов, коди ще леме стиле, кучем те надолан віч, некот те ще доросте. Дона Ястевич, мати Сатевич, відчищам гожем колєдлам тев, м'ян воя спиш яни в один моз. Стуки ж лесу втли відядли бере, та яка десне корнін се ща оскол. Десне корнін сеща, відчищам гожем колєдлам те, м'ян боя спишені в этом моз. Стуки ж лесу впливі дядли бере, та яка десне корнін сеща, оскос. Ваша
аплодисменты! Разорвал душу на кусочки. Ну что ж, друзья, в этой номинации просто интрига-интриг. Ти держи гугер войнит, куди вермес, но що лиш німце віщала могуш м'янли будь коле сцена великорне мортес дон я лиш я сповстеч. Приглашаем на сцену члена жюри коми-поэтессу Ольгу Баженову под ваши аплодисменты. Интересно, кому же уйдет награда? Ольга, почетная миссия. Открывайте конверт. Кто же на конверте? С замиранием сердца, друзья. Дмитрий Филиппов. Неужели? Ура! Ваши аплодисменты! Збитаєвали, що лемте пучір та на пішня.